Сегодняшняя выставка называется «50 на двоих». Что это такое? Это творческий путь величиной в полвека. Это 40 лет пути Дмитрия Ершова и 10 лет пути Натальи Тоскиной. Современный человек все видит через, уже даже не через образы, а через некие символы, скажем. Поэтому фотография – это символическое письмо. Подчиняется абсолютно тем же законам композиции, тем же правилам и так далее, и так далее. И в то же время, да, это технический процесс и еще плюс процесс творческий. Поэтому считается, что фотографы в данный момент времени стоят, в общем-то, где-то, наверное, впереди. То есть они одни из первых столкнулись с тем, что они должны побороть машину и оставить в себе человека, да, оставить в себе творческого человека, и человека живого, человека с языком, с душой. Я работаю не с кистью, а с фотоаппаратом, поскольку я работаю на уровне современных технологий. И пытаюсь этому, как бы, да, этим заражать своих студентов, которых в Академии фотографии уже у меня за 15 лет было достаточно много. Я счастлива, что моим учителем оказался Дмитрий, потому что, ну, мне показалось, что в Академии фотографии ты единственный человек, который оказался созвучен каким-то вибрациям души. Поскольку мне интересны люди, мне хотелось найти технику, да? Которая бы могла отразить и душу, передать эту ауру вокруг человека, не просто его запечатлеть. Дмитрий научил нас нескольким техникам и передал какую-то вот эстафету, что ли, даже. Вот, поэтому вот эта преемственность, она очень важна. Для меня очень важно всегда ощущать эти корни. Это техника световой кисти, и смешанный свет, он тоже дает динамику. Вот, и вот сегодня я именно эти работы представила. Есть ли такой момент, что раскрывая другого, раскрываешь себя? Мы же видим только то, что увидим, да? То есть это какой-то фильтр всегда есть. И если я сегодня вот в таком состоянии, и я в таком настроении, человек такой же, я нахожу вот эти вот вибрации созвучные и пытаюсь их передать. Поэтому мой человек в кадре, он всегда сотворец мне. Мои модели, они никогда не являются просто моделями. Они всегда сотворцы, они всегда очень активно входят в этот процесс. И от этого такое взаимное удовольствие, взаимный обмен энергиями, этим счастьем мы делимся, и у всех ощущение творчества. Откуда рождаются образы? Как они приходят? И сразу ли вы видите, вот с этим человеком вот можно сделать, ну, как бы, серию таких фото, а вот с этим совершенно другие. Вот это интересно. Заранее никогда не знаешь. Что такое психологический портрет? Ты его специально не сделаешь. Я просто потом, вернее, даже вот в процессе, когда я снимаю, вдруг я чувствую, что пошло, что человек раскрылся. И бывает, что и нет. Бывает, что нет. Просто выходят красивые картинки, и не больше, не меньше. Ты не можешь назвать это психологическим портретом. Просто по определению. Потому что это потом понятно, что вот этот кадр, он выражает, он как бы раскрывает суть этого человека, ну или, по крайней мере, какую-то его ипостась, какую-то грань, такой процесс. То есть понятно, что это не сразу. Почему мы говорим «волшебство световой кисти»? Помнишь, у меня была выставка в Праге, она называлась «Волшебство световой кисти», потому что это правда возникающее волшебство. Его по заказу, естественно, не можешь привлечь. Поэтому вот как вот выходит, так и выходит. Именно поэтому мне хочется эти работы показывать. Действительно, это очень важный момент, когда модель может открыться. Я знаю, что далеко не все фотографы вообще этим искусством владеют. Но вот как, поскольку в Наташе, ну, просто мы общались и снимались, да, вот, я знаю, что у нее этот дар есть, я так считаю. Вот. А можно ли этому научиться? Вообще-то это невероятно важно. И чаще всего фотографы этого не делают, мне кажется, и не умеют увидеть человека и раскрыть его. Учат ли этому в академии? Вот. То есть входит ли в образование фотографа дополнительная некая вот, да, такая дисциплина, как вот психология, умение открыть модель? Ну, если у вас растет во дворе елка, вы будете ее в сосну превращать? Просто у каждого человека у него есть свое предназначение. Я могу их заметить. И он должен найти то, чем он должен заниматься, и заниматься этим. Поэтому в процессе обучения можно человеку объяснить, стоит этим заниматься или нет. А научить его заниматься тем, чем он не должен, зачем? Берете обычный граненый стакан. Нормальный, красивый стакан. С какими способами его можно сделать? Одним. Вам нужно подобрать
правильный песок, правильную температуру, правильную форму и сделают. А с какими способами вы этот стакан можете разбить? Ой, тут у вас сейчас, да, вот современное искусство, оно мне напоминает разбивание стакана. То, что просто, это как раз то, что глубоко. А то, что сложно, это поверхностно. А у нас все наизнанку, поэтому вот многие вещи, вот вы говорите, а может ли фотограф, а имеет ли он право каждому человеку показать, что у него внутри? Весь интернет забит просто техническими изображениями лиц людей, которые получены с помощью любого фотоаппарата. Где вы видели, кто снимает цветовой кистью или какие-то хитрые вещи делает? Сколько в Москве таких фотографов? Хватит пересчитать по пальцам. А с точки зрения какого-то роста или с точки зрения диалога, ну, может быть, очень важен натюрморт, например. И дело в том, что общаться со своим образом, общаться со своей внешностью очень легко. А портрет все-таки, да, это передача внешности. А натюрморт, серьезно, это передача чего? Это передача внешнего содержания. Чаще всего натюрморт – это несколько предметов. То есть, да, мы должны, в принципе, создать некое действие. И только после этого натюрморт оживет. Мастерством группового портрета владеют фактически единицы. Световая кисть, она на самом деле, это работа с человеком, который застыл. Вообще изначально световую кисть активно использовали именно для натюрморта, потому что предметы не шевелятся, и можно по-разному на них посветить и так далее. Людей снимать сложно. И вот мне очень нравится эта методика, потому что человек сидит застывшим, сначала он замороженный, но мне эти кадры не интересны, где он замороженный, да? В какой-то момент он начинает уже, ну как будто он расслабляется, да, и у него там какая-то идет мысль, и ты светишь, и вот это вот у него совершенно другие глаза, не такие, какие ты снял бы со вспышкой, допустим, или в одним кадром, да, в одну секунду. А когда ты 30 секунд, ну не 30 секунд, я меньше, чем глаза снимаю, вообще кадр снимаю 20-30 секунд, а глаза снимаю, конечно, меньше, но тем не менее это какой-то кусочек его жизни, его ментального какого-то пути. И он в этот момент что-то думает, или он устал, или он вдохновлен, или еще что-то. И это отражается, то есть идет во время, то есть этот взгляд во времени. Очень интересно, совершенно другие глаза вот световой кисти, нежели если бы это был просто кадр. То, что потом печатается, да, вот живая печать, вот то, что я делал, да, на картинку нужно потратить. Ну, то есть первую можно сделать пробу, скажем, потом где-то часа два работы, потом нужно о ней забыть, потом где-то еще. На некоторые работы уходит около 100 листов пробок. То есть через 100 листов получается фотография. Вы такие разные. У вас черно-белые и сепи. У Натальи такие цветные кадры. У вас сюжет, у Натальи лица. Тем не менее, есть преемственность, есть живая связь. Наталья, как вы можете вот объяснить вот это вот объединение необъединяемого? Почему же необъединяемого? Дима рисует светом, я рисую светом. Есть даже альбом с архитектурными фотографиями, есть Москва с высоты, да? Расскажите, пожалуйста, вот об этом творчестве, которое здесь не представлено. Конечно, я путешествую, фотографирую эти поля, луга, там, это не то, что меня трогает внутри, да, то есть в конце концов, в сам процесс мне нравится, а когда я приезжаю, я потом на эти фотографии практически не смотрю и вынимаю все равно портреты. Если вдруг удалось снять. Мне все равно по-прежнему интересны люди. Да, да, да. И поэтому, да. А поскольку световая кисть вот это особый вид портрета для меня лично. Поэтому вот сегодня я именно решила представить именно этот цикл. У меня есть, конечно, обычные с жестким светом, то, что ты говоришь, жесткие портреты, мужские, допустим, такой вот в классике, да. И женский голливудский портрет и так далее. Ну, много всего. Но вот это все вот не является вот тем, чем, чтобы я сейчас хотела вам показать и чем бы хотела поделиться. А поделилась именно вот этими работами. Да. К нам пришел Дмитрий Малолетов для того, чтобы скрасить наш вечер, сделать подарок нашим дорогим художникам. Как известно, живопись и музыка очень близки друг к другу. Дмитрий Ершов спрашивал, что когда выходишь на сцену перед публиком, нужно задать вопрос вообще, для чего я сюда пришел, что я хочу сказать. Ну, сегодня я, наверное,
вышел для того, чтобы познакомить всех присутствующих с необычным способом игры на гитаре. Он называется Touch Style или Two Handed Tapping. Это новая система игры. Снимают портрет за 15 минут. И что, за это время можно что-то открыть человеку? Нельзя.